Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартака» имени Федора Федоровича Черенкова на поле Академии красно-белых, где свои домашние матчи в юношеской футбольной лиге проводит Академия «Родина». Нашему вниманию предстоит увидеть матч UFL-2. Атакует Родина, это вновь Евстратов. Отличная передача на Лацука. 1-0. Андрей Лацук оправдывает свой выход в стартовом составе. Таких голов у Андрея Лацука теперь становится 5. Крюльский, отличная передача. Здесь Ванян имел шанс отличиться. Блестящий сейв Малеева. Далее Музапаров. И будет туда Рыздаль от Музапарова. 2-0. Не вошел до конца в эту игру, но это все разговору не в пользу Урала. Вот так красиво пропускает мяч Пужалин. И дальше освободил простор для Евстратова. Простреливает тот. И Андрей Лацук в касание бьет. Будет ли добивание? Мяч уже буквально прыгает в ворота, но все же не оказывается там. Пужалин, видим, действует справа. Дубровский слева, ну а Глотов разместился в центре поля, выполняет диагональ, Лацук, он с мячом, Андрей Лацук, выход 1-1 под острым углом, бьет в дальний угол, Лацук отбивает вратарь. Родион Кирченков появляется на поле вместо Ильи Фадякина. Евстратов, центр смещения, далеко от себя отпустил мяч, но подстраховал Лунев. И здесь красиво между пробросил мяч с движением и заработанным пенальти от Лунева. Движется в направлении 11-метровой отметки. Разбегается Глотов, удар и от штанги через руки вратаря все же кладет. Классический он бокс-то-бокс, много работал у своей штрафной площади в центре, но и здорово отреагировал и сохранил ворота неприкосновенности. Неудачная передача назад. И все же Урал нашел свой момент для гола. Вот из-за такой нелепой ошибки. И, может быть, ближе к концовке сезона иметь более существенное значение. Звучит финальный свисток. Родина одерживает победу. Я поздравляю болельщиков этой команды с этим успехом. Болельщиков Урала призываю не расстраиваться.